1899 году эпоха стрелков и бандитов подходила к концу. Америка превращалась в страну законов. Даже Дикий Запад по большой части укрощен. Законники охотились на остатки бандитов и убивали тех, кто не желал сдаваться. Rockstar Games представляет. Red Dead Redemption 2. Эбигейл говорит, он при смерти. Дач, нам надо где-то остановиться. Артур подыщет место, я отправил его на разведку. Если не сделаем привал, мы все скоро будем при смерти. Что за погода такая? Сейчас же май. Надеюсь, законники тоже сбились с пути. Вон он. Артур, ну что там? Я нашел место, где можно укрыться. Пусть Дэви отдохнет пока. Ну, сам понимаешь. Старый шахтерский городок, заброшенный недалеко отсюда. Давайте за мной. Двинули! Глава первая. Колтер. Несите его сюда. Мисс Гаскел, разожгите огонь поскорее. Мисс Джонс, несите все одеяния, которые у нас есть. Мистер Пирсон, посмотрите, что у нас там с едой. Дэви умер. Вы больше ничем не смогли бы ему помочь. Что будем делать? Нам нужны припасы. Ну, вы пока побудьте здесь. Вам нужно согреться. Я отправил Джона и Майка на разведку. Мы с Артуром постараемся их разыскать. В такую погоду мы ненадолго. Другого выбора у нас нет. Послушайте. Послушайте меня все. У нас выдалось пара неудачных дней. Я любил Дэви. Дженни. Шон, Мэг, с ними может все в порядке, мы не знаем. Но мы потеряли несколько ребят. Если бы я мог пожертвовать собой, чтобы вернуть их жизни, я бы с радостью это сделал. Но мы выйдем навстречу этой буре и попробуем раздобыть еды. Пока что нам ничего не грозит. Никто не сможет нас преследовать такую погоду. А к тому времени, когда они сюда доберутся, ну мы будем уже далеко. Нам с вами довелось и не такое пережить.
Мистер Пирс, миссис Гримшо, нужно обустроить здесь лагерь. Возможно, нам придется провести здесь несколько дней. А теперь давайте все согрейтесь. Будьте сильными. Оставайтесь со мной. Это еще не конец. Давай, Артур. Ладно. Надо работать. Мы до сих пор на них не наткнулись. Итак, значит, они оба поехали дальше в горы. Ну да, слушай. У меня не было времени спросить раньше. Что на самом деле произошло на том пароме? Без тебя нам пришлось туго. Вот что произошло. Давай. Эй, лошади нужны. О, да. Мистер Смит, а вы идите погрейтесь. Побереги руки. Ничего мне не будет. Иди в дом, парень. Я... Ты нам нужен сильным. Хорошо. Ладно. Выдвигаемся. Не знаю уж, что тут можно найти дальше. Мы должны попытаться держаться рядом. Главное не сбиться со следа. Чёртова погода. Это уже третий день длится. Если не больше. Скоро уже должно перестать. Дальше мост, осторожней. Не верится, что мы и Дэви потеряли. Он последний, Артур. Больше потерь не будет. Этих людей нужно согреть и накормить. По крайней мере, можно не опасаться, что Перкинтоны нас догонят. Через пару дней мы будем уже по ту сторону. Ты должен помочь мне привести остальных в чувства. Ты единственный, в чьей силе я могу быть сейчас уверен. Постой, к нам кто-то приближается. Эй, ты впереди, кто ты? Майка! Джентльмены, нашел что-нибудь? Вроде бы. В той стороне небольшая ферма. Ясно. А дома есть кто-нибудь? Конечно. Там и свет, и шумно. Как будто праздник какой-то. Поедем посмотрим. Следуйте за мной. Как там Дэви? Дэви умер. И малышка Дженни тоже. Очень жаль. Дэви был настоящий боец. Все они каландеры такими были. Да. А Мэг, Шон? Мы не знаем. Ну и дела. Я рад, что с тобой все хорошо, Майка. Как всегда. Спроси, не видел он Джона? Эй, Майка, ты не видел Джона? После того, как снег повалил, уже ничего было не разобрать. Он его не видел. Ничего с ним не будет. Этому парню всегда везет. Надеюсь. Майк и Шон тоже в порядке. Артур, я прикрою сзади, а ты давай вперед. Ты уверен, Майка? Морган. Ни за что бы не подумал, что буду так рад увидеть твою физиономию. Тут довольно одиноко. Где все остальные? В старом шахтерском лагере на холме. Сгрудились вокруг очага и ждут, когда папка пожрать принесет. Так, господа, не шумите, дом прямо перед нами. Гасите фонари, парни. Вы двое лучше, пока затаитесь. Ладно, идем туда.
Привяжем лошадей тут. Предоставьте это мне. Не стоит нанять страху на этих добропорядочных людей. Похоже, они там вовсю веселятся. Вы двое, спрячьтесь куда-нибудь. Одинокий путник выглядит не так устрашающе, как три облезших дегенерата. Артур, иди в тот хлев слева. Майка, спрячься вон за тем фургоном. Эй! Заткнись, Билли, тихо. Извините, эй. Ну, здравствуй, приятель. Чего тебе? Мне так неловко вас беспокоить. Мы с друзьями угодили в неловкую ситуацию, заплутали во время бури. Джентльмены, мы ничем не можем вам помочь. Артур? Артур, беда. Тут покойники. Артур, в повозке покойник. Да, понял. Поглядывай за дачем. Шел бы ты отсюда, дружок. Послушайте. Я же... О, многом не прошу. Пожалуйста. Я в отчаянном положении. Глазам своим не верю. Подойди-ка сюда, приятель. Да это же чертов дач Вандерлинде. Кретины. Кёльм на радостях обделается. Руки вверх. Осторожнее, вон один наверху в окне. Один решил удрать, Артур. Пускай уходит, один он тут недолго протянет. Умница, Артур. Метко садишь. Чертовы парни. Одри Скола здесь? Откуда? Не знаю. Может, они тут за тем же, зачем и мы? Майка, подведи лошадей поближе к дому. Артур, пойдем заглянем внутрь. Кто-то тут покутил от души. Переверни все вверх дном. Забери все припасы, которые найдешь. Нам нужны предметы первой необходимости. Еда, лекарства, виски. Оу, Дрисколы, просто не верится. Да уж, странное дело. Может, тут бродят и другие из их шайки. За голову Кольма от Дрискола назначена награда. Почти такая же большая, как и за твою. Желание убить Кольма — это единственное, в чем мы с дядей Сэмом сходимся во мнениях. Умираю с голоду. Тебе нужно что-нибудь съесть, набраться сил перед обратной дорогой. Тут сухо и тепло. Мы могли бы разместить здесь женщин и детей. Возможно, посмотрим, как они себя чувствуют. Не хотелось бы разделяться. Судя по всему, этот бедолага был женат. Если это не еда и не питье, не трать время.
Ты пока ищи, а я пойду нагружу лошадей. Я буду ждать снаружи. Майка, Артур, ищите припасы. Артур, иди посмотри, может в амбаре что-нибудь есть. Майка, ты обыщи дом, может быть мы что-то пропустили. Хорошо. Ну вы застрелили моего кузена, сволочи. Но он первый начал. Я тебе шею сверну. Что происходит? Он на меня набросился. Неужели? А удар держит, блин. Трусливый подонок, мне его прикончить. Нет. Пока нет. Выясни у него, что они тут делали. И где Кольм? Этот подонок у меня заговорит. Где Кольм, Андрис Кол? С остальными. В старом шахтерском лагере к юго-западу отсюда, рядом с озером. Что вы задумали, сволочи? Зачем вы сюда явились? Мы хотели ограбить поезд, взорвать рельсы. Больше я ничего не знаю, клянусь. Ну, я думаю, тут ты сам справишься, Артур. Делай с ним что хочешь, мне все равно. Но как закончишь, лошадь захвати с собой. Я больше ничего не знаю. Прошу. Этот поганец еще там? Я с ним разделался. Ладно. Похоже, лошадь хорошая. Оставь ее себе. Привяжи ее. Она пугливая. Уйдите от меня! Майка, ты что себе позволяешь? Смотрите, что я нашел в подвале. Ты у нас дикая штучка, да? Оставь ее в покое. Да я ничего не делал. Она заодно с ребятами у Дрискола. Нет, не заодно. Майка, посмотри на нее. Дурак ты. Майка. Мисс, теперь все будет хорошо.
Мы не причиним вам вреда, мисс. Мисс. Не надо, все будет хорошо. Нужно уходить отсюда. Давайте. Вы целы, мисс? Они явились 3 дня назад. И мой муж, они... Вам больше ничего не угрожает, мисс. Но здесь вам оставаться нельзя. Идемте с нами, Артур. Мисс, не бойтесь. Мы плохие люди, но мы не такие, как они. Все хорошо. Забирайтесь. Мы защитим вас, пока вы не решите, что хотите делать дальше. Как зовут, мисс? Мисс? Адлер. Адлер? Сэйди Адлер. Миссис. Я. Он был моим мужем. Эй! Кто-то идет. Кажется, это Дач. Эй, слышите, Дач вернулся. Как успехи? Майка нашел ферму, но он был не первым. Там побывали Кёрн Одрискол и его прихвостни. Мы застали нескольких из них, но похоже тут еще один отряд. Спасибо. Только этого нам сейчас и не хватало, Дач. Ну, ничего не попишешь. Но мы нашли кое-какие припасы, одеяло, немного еды. Ну, эту бедняжку, миссис Адлер. Мистили, мисс Карен. Помогите ей согреться. Дайте ей выпить чего-нибудь. Миссис Адлер, все будет хорошо. Вы в безопасности. Они сделали ее вдовой. Скоты. Мне нужно передохнуть. Я не спал уже 3 дня. Ваша комната там. Мисс Шей вас отведет. Мистер Морген, вас мы разместим здесь. Спасибо, мисс Гримшо. Мистер Белл, вы с ребятами будете спать вот там. А почему Артуру досталась отдельная комната? А мне придется спать с Биллом Уильямсоном и кучей черномазых. Ложись спать. Всем, кому понравилось хоть немножко мое творчество, ставь лайк, дизлайк, подписывайся на канал. С вами был Розе. Всем до новых встреч.